Вітаю вас. Традиційно наприкінці чергового трудового тижня на телеканалі Севастопольської державної регіональної телерадіокампанії черговий випуск програми «Час політики». Його сьогодні проведу я, журналіст Микола Скрібець. У нас у гостях Сергій Анатолійович Резниченко, член Ради Севастопольської міської організації партії регіону, голова міської організації «Союз молодіжі регіону України». Доброго вечора. Добрий вечір. Сергій, я... Все эфиры сегодня, нынешней недели начинал с одного традиционного вопроса. Да? Он банальный, и все же. Давайте подведем своеобразные итоги работы, в данном случае, молодежной организации Союза молодежи регионов Украины, ну, нашей местной городской организации, в 2010 году. Какими знаковыми событиями для вас был этот год ознаменован? Да, с огромным удовольствием, потому что 2010 год для молодежной организации «Союз молодежи регионов Украины» именно в таком формате, в формате «Союз молодежи регионов Украины», это последний. С 2011 года по решению всеукраинской организации «Союз молодежи регионов Украины» мы будем переименованы в «Молодые регионы», и нас ждет новая веха. Поэтому, об этом мы поговорим. Да, да, поэтому я с удовольствием расскажу, чем мы занимались в ушедшем 2010 году, и... Позже, я думаю, посвящу вас в планы 2011 года. Ну, ряд мероприятий. Я все, думаю, не успею озвучить за сегодняшний эфир, но основные озвучу. Естественно, наш грандиозный чемпионат по дворовому футболу. Это мы тоже. Это мы отдельно обговорим. Ряд акций. Акция «Поможем детям». Наши волонтеры сдавали кровь для нуждающихся деток, лежащих в больнице. То есть нас собралось более 50 человек. Но сдали, естественно, не все, потому что по ряду причин отсеялись люди. Акция «Молодежь против курения». Наши ребята, активисты, меняли сигареты на цветы, сладкие конфеты и так далее и тому подобное. Злые языки говорят, что вы бросили курить. Так. Ну, я честно вам скажу, не начинал курить. И как бы бывало, потому что когда-то моя жизнь была связана с военной службой, и там уж приходилось попробовать, так сказать, это зло. Но переборол в себе это дело и очень рад, и всех призываю не курить и не заниматься всякими гадостными вредными привычками. Шахматный турнир. Мы отметили не очень популярный, может быть, у нас в стране и в городе день молодежи, есть такой день молодежи России, Украины и Беларуси. Наши ребята собрались, наши, конечно, товарищи не приехали, потому что не такое было глобальное мероприятие, но ребята вышли на южный берег Крыма, провели экологическую акцию, собрали мусор, это было перед началом летнего сезона, провели соревнования небольшие по волейболу. Легкое, молодежное, настоящее мероприятие. Ну, что еще я могу вам озвучить? Мисс Голландия, правильно, СНУЯ ИП институт называется, Мисс Голландия по-народному. Мы тоже там принимали участие. Мы активно контактируем с молодой гвардией Единой России. У нас в Севастополе стартовала хорошая очень акция «Защитникам Отечества посвящается». Развернули мы на площади Нахимова в канун 9 мая самую большую в Украине на тот момент георгиевскую ленту. Из города Севастополя начался международный автопробег, который закончился в городе Героя Москве, соответственно. И наша организация, ей досталась большая честь организовывать старт, так сказать, дать начало тому, что потом реализовалось в большой международный автопробег. Значит, что у нас еще? Что я могу сказать? Благотворительный концерт. Мы сотрудничаем с различными молодежными организациями, спортивными в том числе. Студия спортивного танца «Импакт». Наши друзья. И совместно с ними в СЦКИ мы организовывали ряд благотворительных концертов, средства из которых пошли также в помощь детям. Очень интересное мероприятие. Полные залы мы собирали, поэтому, честно говоря, приятно вспомнить. Ну и так далее и тому подобное. Знаете, вот что хотелось бы заметить. Наша организация, как-то мы вот проводим мероприятия, но не есть цель раскричать, раззвонить, это, так сказать, во все и вся. Мы проводим, делаем и получаем вот это удовольствие. У вас маркетологи плохие, этим надо заниматься. Вот. И о хороших делах надо рассказывать, а то у нас все одна чернота идет в эфире. Но это очень плохо на самом деле. На самом деле это очень плохо, потому что у нас очень светлый город, у нас очень высококультурный город. Молодежь у нас в городе с огромным потенциалом. И поэтому чернить, так сказать, и некоторые товарищи любят
на пустом месте, причем топтаться и говорить ни о чем, но вместе с тем поливать грязью всех и вся. Это неправда. Критиковать всегда проще. Конечно, конечно. Но а делать, вот это да. Сергей, вот давайте коснемся такой интересной довольно темы. Сегодня название «Союз молодежи региона Украины» все чаще звучит в сочетании с еще одним иностранным словом «ребрендинг». Не люблю я эти иностранные слова. Здесь с Владимиром Ильичем Лениным вполне согласен. Иностранные слова мы применяем без надобности, слишком часто засоряем русский язык. Конец цитаты. Вот там много толкований у этого слова, в том числе изменение, чисто изменение, механическое изменение названия. Как вы толкуете этот термин применительно к вашей общественной организации? Я напоминаю, что есть еще одно такое слово. Обновление или наполнение новым смыслом. Да? Вот, именно исходя из этого толкования термина, давайте поговорим о том, что же представляет ребрендинг для Союза молодежи Украины в ближайшие. Я с удовольствием поддержу наполнение новым смыслом. Давайте отойдем от этих иностранных слов. Да, можно еще их перечислять ряд, которые сейчас очень популярны, но есть достаточно много в русском языке слов, действительно хороших и красивых. Ну, так называемый ребрендинг, наполнение новым смыслом, это в первую очередь, конечно, смена нашего названия. Наш актив остается активом, наши дела остаются нашими делами. И то, что мы будем называться не «Союз молодежи регионов Украины», а «Молодые регионы», мощи и силы нашей организации никак не убавят. Да. Но, естественно, за этим стоит и новый подход к работе, новый формат работы, потому что 2011 год, достаточно серьезные у нас амбиции и планы на 2011 год. У нас сейчас в Севастополе и в Украине наши старшие товарищи руководят страной и городом. У нас в городе и городской совет, и администрация представлены теми людьми, с кем мы стояли плечом к плечу и боролись после 2004 года. По нынешнему уставу вы самостоятельная организация. Изменение нового наполнения не означает ли превращение в такой региональный комсомол новой организации? Не, ну в принципе в городе неформально нас так все и позиционировали, как неформальный комсомол партии регионов. Но мы всегда были самостоятельной организацией, мы всегда имели свое мнение, и наше мнение учитывалось. И можно сказать, что есть результат, потому что наши ребята, активисты нашей организации, представлены и в городском совете, в депутатском корпусе. Я, ваш покорный слуга, заместитель председателя района и государственной администрации сейчас. До этого работал в органах местного самоуправления на государственной службе. Не остаются незамеченными люди, работающие в нашей организации, проявляющие инициативу, не остаются незамеченными. Их включают в ряды, в боевые ряды, для того, чтобы дальше они могли что-то делать полезное. Нашу программу заметили, нам звонят. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня такой вопрос. А как ваша организация помогает в трудоустройстве молодежи на работы? Вы сами прекрасно знаете, что у нас в городе молодежь заканчивает техникум, институты. После, когда закончил, выходят из этих вузов, они оказываются без работы. Если вы оказываете, приведите, пожалуйста, пример. Спасибо. Спасибо вам. Сложный вопрос. Сложный вопрос, но вопрос очень актуальный. Спасибо большое вам за вопрос, прежде всего. На самом деле, действительно, у нас очень большое количество выпускается квалифицированных сотрудников, и то количество рабочих мест вакантных, которое имеется в городе и на предприятиях, и в государственных структурах, не соответствует тому количеству молодежи, которое заканчивают профессионально-технические учреждения либо вузы. В этом году и в понедельник у нас состоится круглый стол с представителями власти, в том числе, на котором мы будем выдвигать инициативу молодежного совета при городском совете и городской администрации. Для чего? Для того, чтобы молодежь, студенчество и различные направления молодежных движений, школьное самоуправление, спортсмены, могли донести свои проблемы, могли донести свою инициативу до властных коридоров. Я надеюсь, этот проект не будет пустым и разовым, а будет длительным, долгосрочным. Но по поводу трудоустройства конкретно вы просили примеры. Мы, наши члены, члены нашей организации трудоустроены в органах местного самоуправления по возможности, естественно.
Естественно, у нас сейчас грядет сокращение, поэтому, да, молодежь, я думаю, сделают на нее ставки и оставят ее для того, чтобы развивать, для того, чтобы у нас было будущее. По КЗОТу молодежь первую выводит. Это но будет по закону. Мы будем надеяться, что еще будут какие-то долгосрочные перспективы. Плюс, естественно, у нас есть наши старшие товарищи, руководители крупных предприятий. И люди, которые к нам обращались, мы всячески помогали им в трудоустройстве. Дальше уже конкретно на конкретных фирмах люди общались непосредственно с руководством, с дирекцией, проходили испытательный срок. Я не скажу, что очень большой у нас перечень трудоустроенных через нашу организацию молодых людей, но с нескольких десятков ребят получилось трудоустроить, и они сейчас некоторые работают на этих предприятиях. В общем, содействие вы оказываете. Но и не стоит на себя брать особую эту ответственность, поскольку у нас либеральный тип экономики, кто его на нашу голову придумал, не знает. Это 20 лет тому назад было. Ну что ж, так решили. Да? Поэтому верховодит у нас рынок, в том числе в вопросах молодежной политики, я имею в виду занятость молодых людей. Вернемся к ребрендингу. Нас прервали. По поводу так называемого ребрендинга. Я уже сказал о смене названия и, естественно, об усилении работы нашей организации. Потому что на данный момент у нас численность наших рядов около 1500 человек. Мы будем пересматривать все наши списки, мы будем ребят вызывать, приглашать, с ними общаться. Естественно, они будут получать новое удостоверение нашей организации. Перерегистрация. Перерегистрировать мы будем базу, пересматривать. И те, кто вступил и ничего не делал, те, кто не хочет заниматься общественной деятельностью, не хочет занимать активную позицию, естественно, выйдут из наших рядов, а останутся те, кто действительно после этой чистки мало останется людей. Да нет, вы знаете, мало, много, это не суть важно. Важно то, что 10 человек с активной жизненной позицией и с огнем в глазах могут сделать намного больше, чем 1000 инфантильных молодых людей. А вы знаете, что под эту логику говорит? В любом подразделении будет всего лишь 5% социальной активности, сколько вы там их не организуете. Ну, социологи социологами, но город городу рознь. Хорошо. Наш город святой, я согласен. Да, у нас телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. В 2011 году прошел чемпионат по другому футболу. Будет ли он снова в 2011? Ну вот, нас вернули. Я хотел это в самом конце рассмотреть. Но желание телезрителя для нас закон. Итак, футбол. Да, футбол. Футбол – наше самое, наверное, грандиозное и самое физически затратное мероприятие. И самое любимое наше. И самое любимое, и самое знаковое, в принципе, да. Футбол будет. Футбол будет. Спасибо Валерию Владимировичу Саратову, потому что он главный инициатор и база для нашего мероприятия. Да, давайте мы несколько слов о последнем, четвертом чемпионате. Давайте, с удовольствием, да. Потому что он как-то необычно был отодвинут по срокам. Вы знаете, это абсолютно взвешенное решение. Теперь он будет традиционно в эти сроки проходить. Возможно, мы немножко раньше начнем регистрацию, чтобы не попадать на погодные условия, не соответствующие.